Ежегодно в последних числах января десногорские школы гостеприимно открывают свои двери. Традиция продолжилась 25 и 26 января этого года. Будущим первоклассникам и их родителям нужно выбрать из небольшого числа учебных заведений именно свое. Ведь каждая школа в этом граде – это индивидуальная культура, атмосфера и учебная программа. Посмотрите на меня! Вот какой счастливый я! Первый класс уже хожу, форму школу ношу! Например, в третьей городской школе гостей встречали праздничным концертом. А после будущие первоклассники разделились на группы и отправились знакомиться с новым для себя местом. Экскурсия сопровождалась познавательными представлениями и конкурсами. В спортивном зале на скорость и ловкость, а волшебство поджидало в классе химии и физики. Без внимания не остались и родители. Педагоги рассказали им о программах обучения и о важных аспектах, которые касаются подготовки ребенка к школе. Также мамам и папам напомнили о простых, но важных правилах – любить ребенка, баловать в пределах разумного, заранее приучать к самостоятельности и демонстрировать на своем личном примере должное поведение. Помимо классных руководителей, с родителями также побеседовал школьный психолог и логопед. Всего на день открытых дверей в школу номер 3 пришло более 90 человек. В этом году мы планируем набрать 3 первых класса. Для этого есть достаточно материальная база. Есть педагоги, которые будут работать с будущими первоклассниками. Перед непростым выбором школы находится и Надежда Чернышева. В этом году в первый класс предстоит пойти ее внучке. Мы склонны к тому, что все важно сегодня, чтобы ребенку было интересно, чтобы ребенку было комфортно и, конечно, чтобы наш ребенок успевал. Как не начальная школа будет ступенью к тем знаниям, которые они получат уже в дальнейшем. У нас есть право выбора и, конечно, мы обязательно его сделаем. На муки выбора у родителей детей еще есть время. Прием документов на обучение в школах стартует 3 февраля. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.